посильные работайте. Работать, чтобы. Вот группа передержки, которая помогала только на словах этому приюту частному. Да, эти девочки крутились здесь, планировали здесь устроить передержку. Но, поняв, что здесь тоже собак много, а им эти собаки не нужны, Смотров Николай Иванович, который на протяжении много лет спасал этих животных, спасал, мы с ним вместе спасали, и их день и ночь выхаживали. Но тем молодым особам, которые все-таки настроены на получение денег, им этого не надо. Они не будут убирать ни вольеры. Сейчас уже в городском приюте, скорее всего, все засрали, как и здесь засрано. Им нужны только деньги. Будем разбираться дальше. Будем подключать все службы для проверки. Смотрите, вот они стерилизовали собачек. Они же дикие. Они же дикие, ребятки. Ребятки, вот их номера. Боже мой, зашуганные какие. Вот у них вот. Вот в день стерилизации, это было 16 июля 23 года, вот такие же фекалии и какашки лежали в вольерах, когда они после стерилизации бросали животных сюда. Представляете, у кого-то пошло воспаление. Мне пришлось несколько дней приходить делать уколы, потому что никто не появлялся, в том числе и Рыбина не появлялась здесь. Ну, будем так говорить, этих псевдо и уже волонтеров будем выводить на чистую воду и показывать реалити всего, что происходит.